26 ноября участников кинофестиваля «Волшебный фонарь» ждала не менее развлекательная программа. Ребята и взрослые поучаствовали в рок-концерте и интерактивном шоу с электрической катушкой «Тесла», освоили создание мультфильмов в разных техниках анимации. Всего было проведено 9 мастер-классов. Приняли участие в лотерее, киновикторине, а подростки и педагоги защищали идеи своего фильма на питчинге перед жюри фестиваля. В этом мероприятии приняло участие около 120 человек. Ну что ж, друзья, у нас все настроено, а сейчас услышите музыку тока, и тогда вы увидите настоящее волшебство. Попробуйте угадать, какую мелодию сыграет для вас генератор Тесла. Всем нам показать. Надо будет этот фильм нарисовать на листе патрона. Те, кто будет рисовать кино, у тех есть одно преимущество. Сейчас сразу в 10 раз больше станет, те, кто будет. Потому что вас ждет приз. Это представитель бизнеса. Или такая знаменитая продюсерская компания, выбирает фильм из тех, которые вы предложите, для того, чтобы его финансировать. На плакате мы видим, что мы сразу примерно понимаем, какой жанр, какие артисты, какая атмосфера. Прошу тебя через плакат заинтересовать меня в том, чтобы это кино получило финансирование. Часть из нас будет участвовать в слушании музыки. Такой, это не конкурс, но это будет такая викторина. Часть из вас покажет свое знание музыки в кино. Причем Винец, он написал музыку к многим фильмам, которые, я думаю, вы видели или знаете. И сегодня будете угадывать. Подобрал определенное количество композиций из данных фильмов. Они будут играть, и вы должны будете попытаться угадать, из какого они фильма. В конце третьего дня мы погасили фонарь, но, конечно, не навсегда, а до следующей встречи.